Всем привет! Хорошего денечка летнего. У нас тема видео Болгарии, жара неимоверная. Вот уже с начала июня очень хорошо прогрелся воздух, были небольшие дожди. Сейчас 34-36, очень жарко, это в тени днем. Вот, море 23 градуса, море теплое, уже с начала июня было, просто вот теплое море. Мы приехали, сразу пошли купаться, то есть сразу купались. Обычно ждем, пока прогреемся, в этом году мы вот сразу купались, несмотря на то, что были там небольшие дождики. Вот, так что погода прекрасная, море чистейшее. Вот, неделю назад было очень много водорослей и очень много каких-то морских блох. Ну, это так мои говорят. Я не знаю, что это за существа. Вот, ну, какие-то морские гады, которые с размером где-то, вот, не знаю, 4-3 сантиметра, 500 лап. И такие клещики, которые очень больно щипаются. Ну, в общем, было очень смешно наблюдать на отдыхающих. Отдыхающие поделились на тех, кто боится этих морских гадов, и те, кто не боится. Те, кто боится, вот они не могли зайти, и если заходили, то вот так смотрели. Ну, оно все ушло, говорят, что они приходят просто с водорослями. Но при этом море все равно было чистое. Все это ушло. Сейчас вообще ничего такого нет. Чистота, медуз нет. Вот. Ну, единственное, очень много людей. Очень. Ну вот просто очень. Вот. На пляже мест нет. Есть в самом конце там, как муж говорит, на Белобне. Вот. Но тем не менее, море есть море. Так что это я говорю о солнечном берегу. То есть на солнечном берегу на пляже мест нет. Сегодня у нас какое? 20 июня? 20 июня. Пляж битком забит. Вот. В 9 утра перед нами, перед самой водой, потому что мы с детьми, умудряются еще прийти и сесть люди, чтобы понимали, потому что больше садиться негде. Ой. Все, хорошего всем дня. Кто едет в Болгарию, удачно добраться, приезжайте. Будет плюс один человек на пляже, а мы идем играть в войнушку. Пока.